на страну, право принимаю на основании. Тут просто испугался вас. Вы так подъехали, а я сидел, как бы кайфовал. Вы кря-кря-кря там. Я вообще это, нифига себе, что такое. Зачем вы уезжали на полустречку? Вы напугали водителя. А, ну, вы меня напугали, и я вот испугался. Как бы, если, ну, как бы, насколько я понимаю, если когда, ну, что вот как мы себя ведем, и так себя ведут окружающие. Если мы мирные, и все вокруг мирные к нам. А если, как бы, ну, мы кого-то пугаем, то и другие пугаются. Соответственно. Ну, это вот как мне объясняли, я не знаю, я могу ошибаться. Ну, что происходит? Постирали водительское удостоверение? Не больно. Не, не постирал. У него вот эти краешки стали... Ну, вот я носил, когда путешествовал, в кармане его. Потому что брал в аренду машину, когда ездил по миру. И, ну, они вот в кармане вот крутятся. У меня, кстати, вот эти штаны путешествовал, они, видите, они все уже, все протерлись. И они права лежали, они как бы, ну, крутятся вдоль головного кармана. И стали развальцовываться. Меня остановили ваши коллеги в городе Щелково, оштрафовали за этот, за ремень, без ремня, ехал не пристегнутый. И говорят, слушай, друг, ты, говорит, ну, относись повежливо к правам. А, нет, это было ваши коллеги в этом, в метро, на вокзал. Говорят, ну, предъявите документы. Я предъявил, мне говорят, слушай, ну, ты, говорит, ну, плохо очень относишься к документам, тебе, говорит, надо их, ну, куда-то положить во что-то, чтобы, говорит, ну, не расклеивались. Ну, я взял их скотчем, просто слепил их. Все, это самые настоящие документы. Я их сам лично получал, сам расписывался. Есть видео, фотосъемка, как приходил в ГАИ, скорее всего. Если там щелка у нас ведется, да, конечно, не будет. Занимались вас, когда вы нас обгоняли по встречной полосе движения? Да. Да. А почему так делать? Идет патрульная машина, вы выезжаете на полосу встречного движения, совершаете обгоны. Угу. Да, я вас понял. Вот теперь понял. Это из-за меня, как бы, ну, цепная реакция пошла. Патрульный автомобиль включает спецсигналы, звуковые, световые, горячие связи. Он указывает, что необходимо вам остановиться. Вы выходите на полустречном движении, начинаете машину загонять по обочинам, которые на полустречном движении. Почему? Потому что я, наверное, мудак. Вы точно ничего не потребляли? Сегодня нет. Вчера пиво выпил там. Пару банок с пацанами, а сегодня ничего не потребляю. Наркотические содержания употребляете? Ну, очень редко бывает траву курю, марихуану. Алкоголь как бы я особо не приемлю. Сигареты курю, не курю. Так, что вы сейчас накуренные, нет? Не-не-не, 100%. Я не курил, наверное, ну, я не знаю, недели две или три. Точно не курю, 100%. Не курил. Ну, сейчас сотрудники подъедут, придется съездить в наркологический диспансер. Готовы?